Всем большой привет! Хочу поделиться с вами с посылкой с покупками своими с сайта Makeup.ua. Я всегда заказываю, ну, как минимум, мониторю на их сайте, потому что у них всегда акции и самые доступные цены из всех интернет-магазинов и вообще из обычных бутиков или магазинов косметики. Поэтому я делаю сама себе ногти и решила заказать себе новые цвета и гель-лаков. В общем, гель-лаки, база, топ и маникюрные ножнички мне нужны были. Упаковано все просто идеально. То есть нигде ничего по-любому не разобьется, не разольется. И мейкап уже проверенный годами. Вот. Решила заказать вот такой вот два в одном средства Коди. У меня была каучуковая база от Коди. Обалденная. Самая лучшая вообще база и топ, которые у меня были. Это основа и финиш для гель-лака. То есть два в одном. Одна бутылочка для двух... В общем, делает два дела, как база используется и как топ. Топ с липким слоем, поэтому нужно обезжиривателем потом снимать липкий слой. Вот, я вчера купила уже такую же у нас на островке, но ее мало не бывает, вернее, ее много не бывает, поэтому вот на 20 гривен дешевле заказала на мейкапе, получается. И вот такие вот... Гель-лаки PNL. Когда-то, когда я только начинала делать сама себе маникюр, я покупала, вернее, купила в архитекторе красоты одну баночку красного, яркого такого классического оттенка. 65-й оттенок. У меня он до сих пор есть. Лет 5 прошло, наверное, еще до Макса, до рождения Макса. В общем, на мейкапе 78 гривен была вот такая вот огромная баночка 12 мл. Он очень-очень пигментирован, он классно держится, и оттенки очень насыщенный. Я заказала себе вот такой вот сиреневый, нюдовый холодный, 11-й и 129-й, вот такой вот яркий. Сейчас покажу вам, если получится. Нет, наверное, не открою. В общем, очень классная марка. Если вы не можете позволить себе, например, Коди за 150 гривен, да, вы можете купить вот такие вот бюджетные средства от PNL. Я в полном восторге, обязательно буду покупать еще другие оттенки, потому что я как-то забыла про них. Я Go постоянно покупала у нас на островке по 50, по 65 гривен, когда акция была. И вот решила заказать вот такие вот яркие. Я хотела только холодный такой вот нюдовый, ну, вместо белого. Вот сделала такие вот а-ля белые ногти. И здесь у меня идет... еще один, точно. 45, это черный, по-моему. 45-й. Я думала, здесь только ножнички. Оказывается, 4 гель-лака я заказала. И маникюрные ножнички для кутикулы от Сталекс. Сталекс у меня есть. На маникюрный набор мне когда-то муж дарил на какой-то праздник. Стоил он лет 5 назад, наверное, даже больше. Ну да, где-то 5200 гривен. То есть это очень дорого для на то время было, то есть 6 лет назад или 5. Сталекс очень нравится мне марка. Хорошо обрезает кутикулу, хорошо подточенные, то есть не затупливаются. У меня несколько раз падали, и они не гнулся носик, да, ни кончик не загибался и не повреждался. Поэтому я очень довольна. И вот эти вот у меня были ножнички Classic 10/1. Были уже раза два, наверное. Вот, так что вот такие вот покупки были. Очень люблю Makeup.ua, там бесплатная доставка, но я учитываю то, что всегда оставляю на чай водителям, курьерам, да, которые доставляют. То есть 20 гривен я всегда приплюсовываю к сумме, потому что, ну, вот от себя даю лично водителям. Вот, так что вот такие вот покупки. У меня на Николаечка себе подарок сделала. Вот, так что... Если вы не знаете об этой марке, то присмотритесь. Я уже открыла лаки. Давайте покажу вам оттенки. Это черный лак, но кажется, что он
какой-то серый. Смотрите, что мне нравится, очень-очень-очень-очень нравится кисточка здесь. Она достаточно длинная и широкая, то есть вы одним движением можете, и достаточно густой гель-лак. Вот, он насыщенный и очень пигментированный, поэтому я очень довольна, и обычным красным оттенком я довольна до сих пор, хотя прошло уже 5 лет. 129 оттенок, смотрите, такой ягодно, фуксия ягодная, да, такая вот красноватая, тоже красивый оттенок, я обожаю такие оттенки. Холодный нюдовый оттенок, здесь уже кисточка, кстати, другая, смотрите, она покороче, печально. Я так понимаю, что, видите, это другие какие-то серии из этого лак. Вау, какой ядреный красивый оттенок. Обалдеть просто. Очень красивый оттенок. Блин, класс. Пришли в эпицентр покупать ковер. У нас просто есть фиолетовый такой лохматый ковер, травка. Но он очень нефункционален, и его нужно в химчистку отдавать. В общем, очень много. Часто его нужно, так как у нас коты, нужно чистить часто. Поэтому мы приехали поменьше, ворс купить обычный. Вот. И в эпицентре сейчас до 50% на некоторые товары. Я взяла вот такие вот тапочки мамина Николая. Она у меня Николаевна. Вот, такие я еще не решила. Или вот эти вот положу, тоже такие сапожки, валенки прикольные. Я обожаю зимой ходить. А себе, может, какие-то выберу из этих. В общем, наверное, маме побольше размер, а мне вот такой вот будет. Эти, по-моему, 109 гривен, а эти 119. Такие мягенькие внутри, классные. Тут классно, что облегает, и резинка такая плотная. То есть, она, знаете, есть обычные тапочки с таким широким, широким входом, и оно спадает. Вот, и тоже молодец. И это есть на... Играй, играй, зайка. Hot Wheels, сейчас тоже скидка 58 гривен, вот такой вот фургон, то есть все виды машин. Поэтому мы взяли, у нас треки есть, и Макс обожает Hot Wheels, всегда на какие-то праздники дарим и мои родители, и мы дарим коллекционные такие вот, ну, в общем, все машинки из коллекции Hot Wheels. Он выбрал такой вот фургончик классный. Поэтому вот, готовимся к Новому году. Подружкам, кстати, очень классно. Есть серые, есть розовые, есть фиолетовые и темно-синие, по-моему. Вот, поэтому если вы ищете какие-то подарочки, тем более это очень функциональный и очень полезный подарок. Вот. Есть в эпицентре, смотрите, детские по 15 гривен. Вот 4+. Макс сейчас очень учит, учим с Максом цифры, считать, добавлять, буквы прописывать. То есть, ну, такая классная штука развивающая есть. Литьба от 4. И вот это мне очень понравилось. Дорисуй, обведи, закрась. Ой. Вот. И всего лишь 14.30. Очень клёвый. Есть еще вот детские тоже классные. Учить время, например. Вытаскивать. Смотрите, какая клевая. Оп, солнечно. Типа закат. Прикольная очень. Интересная. 250 гривен. Тут плотный картон хороший. Вот эти вот маленькие классные по 15 и 14.30. И тут вот целая стойка. Классные. Такие у нас есть, кстати, тоже с букварики. Очень интересные. И Эллы Сытя, то есть М-мама. Тут иллюстрация 31 гривна. Я покупала, правда, подешевле, по-моему, в Ашане. Вот. Тоже классные есть для девочек. Смотрите, цифры.
смотрите, один динозавр, два единорога, в общем, прикольно. 31-60, очень легко запоминать, интересно, яркие такие. Так, Надзукова. Так, кто любит всякие мультяшки здесь. Я беру вот такие вот. Загадки тоже интересно. Это более для меньших, наверное. Поэтому очень полезные. И сейчас скидки. Ух ты, тварины та фермы. Смотрите, вытаскивается. Блин, очень классно. Деткам интересно будет с такой книжечкой. Я вот залипла на этой стороне. Здесь вот, видите, линии, дорисовки, квест математика, третий класс, дошколярок. Тоже есть, смотрите, два для детей 2-3 років, тесты от простого до складного. Тоже, кстати, очень интересно. Можно с ребенком вот заниматься. Сейчас посмотрю, может, от 4 лет что-то есть. 55 гривен, достаточно такая вот толстенькая и много страниц. Репетитор 3-4, английская в стихах, готуемость до школы, верши для малят, от 0 до 2. Блин, прикольно. Вот, тоже, смотрите, целые стопки прям. Прописи английской мовы. Очень удобные, интересные. Смотрите, тут прям уже с трафаретом таким. Блин, классно. Нужно Максу взять что-то и вот сидеть с ним, заниматься, заинтересовывать именно вот в считалочках. ДНХ здесь. Понимаю. Классные локации для фоток. Там, небо какое красивое. Там вот музей ледяных скульптур. Мы будем выходить, посмотрим. Ой, класс, паровоз едет. Крутяк. Классно. Очень много локаций, развлечений для деток. Нарядная такая площадь. Тут ярмарка с кафешками. Тоже небо, посмотрите, какое. Классно. Очень много людей. Парковка вообще вся забита была, не было места на парковке. А вон горка, смотри, какая горка, сынок. Вон. Видишь? Можно съезжать. Очень красиво. Мы на катке в Киеве на ВДНХ. Классный каток. Закрытый, правда, в будний день тут людей намного меньше. Лед уже такой поломанный. Макса, пытаемся учить. Висит на папе. Класс. Погода вообще сегодня шепчет.
пошел кататься на горку. Ледяная из льда сделана. Высокая горка. Все из льда.